Привет! У нас тут отличная новинка от Xiaomi, которую мы распакуем вместе с вами. Кстати, накануне Нового года пора бы задуматься и о подарках. И вот этот Xiaomi Mi Note 10 прекрасно подойдет для подарка близким людям. Но давайте открывать коробку. Что у нас тут есть? Во-первых, смартфон. Его пока отложим, к нему вернемся. Еще одна коробочка, а под ней зарядка на 30 Вт и кабель USB-C, что уже хорошо. В этой отдельной коробочке, естественно, документы, ну и по традиции Xiaomi должен быть чехол. Да. Ну и сам смартфон. Отклеим все пленочки. Вау, выглядит эффектно. Кстати, это первый смартфон в мире со 108-мегапиксельной камерой. И вообще тут сразу 5 камер. Основная, 2 зума, ширик и макрообъектив. Ну а давайте включим смартфон. В Mi Note 10, кстати, и начинка солидная. 6 гигабайт оперативки и накопитель на 128 гигабайт. Кстати, при покупке Xiaomi Mi Note 10 вы получите полностью беспроводные наушники Xiaomi AirDots в подарок. Акция действует с 23 декабря этого года до 31 января 2020. Давайте попробуем сделать снимок. Вот смотрите, мы сейчас в новом офисе, и тут есть красиво расписанная стена. Сделаем пару кадров, что получится? Очень неплохо, очень. Яркий, красивый, мощный, с огромным аккумулятором и 108-мегапиксельной камерой. Xiaomi Mi Note 10 — это смартфон для тех, кто ценит автономность и любит первым пробовать все технические новинки. Купить его можно на сайте ostore.kg или в любом магазине Ostore. И, кстати, там же вживую его пощупать.